Россия. Конец 20-х годов. Разоблачены, сосланы и расстреляны члены правительства, желавшие немедленно раздуть мировой пожар революции. Власть захватили сторонники строительства социализма в отдельно взятой стране. Свернулся НЭП, стартовала первая пятилетка. Комсомольцы рвутся на ударные стройки, на Днепрогэс и Магнитку, Уралмаш и Сталинградский тракторный, в Липецк и Челябинск, в Харьков и Кузнецк. Грандиозная стройка началась даже под стенами Кремля, на улице Всехсвятской, у поросшей бурьяном Берсеневской набережной Москвы-реки. Именно здесь решено возвести дом правительства. Великий дом. Прообраз жилища будущего. Первое здание из многих сотен и тысяч подобных ему домов нового типа, в которых будут жить все советские люди. Никто и подумать не мог, что вскоре дом правительства будут называть ДОПР. Дом предварительного заключения, что каждый третий его жилец будет расстрелян, что роскошная и мрачная громада этого здания так и останется сооружением уникальным, и что слова «дом на набережной» будут звучать не столько гордо, сколько таинственно и страшно. Марта 1918 года Всероссийский съезд Советов официально перенес столицу России из Петрограда в Москву. Это постановление было чистой формальностью, поскольку рабоче-крестьянское руководство страны к тому времени уже переехало в Первопрестольную явочным порядком. Правительство, представлявшее интересы трудового народа, составилось из самых разных людей. Эмигрантов, ссыльных, каторжников. Но общим для них было то обстоятельство, что никто из них не имел собственного жилья не только в Москве, но и где бы то ни было. Надо было где-то жить. Поселились в гостиницах, ну, таких знаменитых гостиницах, «Метрополь», «Националь», и стали ждать мировую революцию. До революции за гостиницу было принято платить. Большевики решили эту проблему радикально. Объявили роскошные отели домами советов и поставили буржуазный шик этих прославленных заведений на службу трудовому народу, то есть самим себе. Однако здесь произошло необъяснимое и огорчительное явление. От того, что большевики поселились в королевских номерах лучших гостиниц и в царских покоях Кремля, ни царями, ни королями они не стали. А вот их жилища, наоборот, постепенно превратились в те же ободранные клоповники, к которым они привыкли в подполье. Это были первые коммуналки, но это никого не смущало, потому что все были уверены, что революция вот-вот произойдет. 10 лет советские руководители улучшали положение народа, жившего до революции, по большей части сытно, тепло и привольно. Но почему-то в результате их усилий в стране воцарились голод и разруха. Первое время большевики охотно верили заверениям Троцкого, что скоро сознательный европейский пролетариат отдаст им прекрасные дворцы Парижа, Рима, Праги, Милана, Лондона, Потсдама. В мире было еще много очень хороших, совершенно нетронутых разрухой вещей и зданий. Но постепенно стало ясно, что Троцкий всех бессовестно водил за нос. Не светило старым борцам за чужое счастье погреть косточки ни в Версале, ни во Фраскатте, ни в Сан-Суси. Тогда, значит, решили строить в отдельно взятой стране социализм и как-то улучшить условия. Тогда было принято решение построить дом правительства. Место для строительства жилища новой элиты было выбрано мрачное. Может быть, в силу своего стремления отменить историю человечества и начать писать ее заново, начиная с собственных славных дел, большевики часто находили довольно неподходящие места для своих символических начинаний. Так, например, произошло с революционными захоронениями у Кремлевской стены. Сотни лет в Москве, как и в любом средневековом городе, казненных преступников закапывали за чертой города, под стенами. Не вникавшие в эти тонкости большевики оказали мало чести своим вождям, выбрав такое место для упокоения их останков. С домом правительства произошло нечто похожее. Живший в нем Юрий Валентинович Трифонов, с легкой руки которого здание и стало впоследствии называться «Дом на набережной», сформулировал свои ощущения очень отчетливо. В
Ну, Юрий Валентинович же написал, это было гиблое место, понимаете? Начиная с того, что на Болотной площади когда-то казнили, это было место казни. Затем от болота само по себе это гиблое место. Первый русский кабак был на этом месте построен. И вот этот дом страшный. Ну, кроме болота, здесь же и кладбище еще было. И поэтому здесь очень много ходит в доме всяких таинственных легенд, что появляются какие-то там тени, там, я не знаю, там еще чего-то. Автором проекта стал архитектор Борис Михайлович Иофан. В 1916 году он окончил в Риме Институт изящных искусств. Несколько лет вполне успешно строил дома в Италии. В Риме же он и познакомился с председателем Совета народных комиссаров Алексеем Рыковым, приехавшим туда на лечение. Алексей Иванович, профессиональный агитатор, яркими красками нарисовал Борису Михайловичу перспективы работы зодчего в стране победившего пролетариата. Государству нужна была новая архитектура, радостная, величественная и помпезная. Народ ждал невиданных доселе форм и масштабов, которые отразили бы величие начинавшихся социальных процессов. Борис Михайлович Иофан загорелся невиданными перспективами. Когда Рыков засобирался назад в Советский Союз, Иофан поехал вместе с ним. Он был учеником такого знаменитого итальянского в те времена архитектора Бродзини. Тогда в Италии было модно такое направление, которое как бы напоминало о величии Римской империи. И его, так сказать, слоган, как сейчас принято выражаться, это было величие и удобство. И вот этот дом Иофан старался воплотить величие и удобство. Борис Михайлович построил в СССР множество замечательных зданий. Но дом правительства остался его величайшим произведением. В проекте, правда, было и более масштабное сооружение – Дворец Советов СССР высотой 420 метров с 70-метровой статуей Ленина наверху. Это здание должно было стать, по выражению Сергея Кирова, эмблемой грядущего могущества и торжества коммунизма. На тот момент оно было бы самым высоким в мире. Но его строительству помешала война. А потому именно дом на набережной стал осуществлением тех грандиозных планов Иофана, которыми соблазнил его Рыков. Правда, место стройки показалось неудачным и ему тоже. Все из-за той же болотистой почвы. Иофан был категорически против этого болота, но почему-то посчитали, что очень удобно, чтобы дом находился именно здесь. Перед строительством в землю забили 3520 15-метровых свай, так чтобы они опирались на скальный грунт. На них посадили метровой толщины железобетонную подушку и уже на этом надежном фундаменте возводили дом. И он был построен, и видите, до сих пор стоит, и мы не испытываем никакого, так сказать, дискомфорта от того, что было когда-то болото. При строительстве были использованы новейшие технологии. Все необходимые механизмы выписывались из-за границы. По-новому трудились и рабочие, по большей части на энтузиазме, из последних сил делая отчаянный рывок к победе социализма. Как раз в разгар строительства дома на набережной Маяковский и так обрисовал идеологическую установку участников коммунистических строек. По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старую телегу рабочие лежат, и слышат шепот гордый вода и пот, и над. Через 4 года здесь будет город-сад. Несмотря на все усилия рабочих, они так и остались, пользуясь выражением поэта, под старую телегою. Энтузиазма у советских руководителей хватило только на то, чтобы построить дом для себя. До обустройства остальных граждан дело не дошло, вопреки всем клятвенным заверениям. У Иофана была мысль застроить всю набережную до горизонта такими домами, то есть уничтожить все Замоскворечье. Повсюду в мире, как и в дореволюционной России, промышленные предприятия и жилые дома возводились в штатном режиме, тихо, спокойно, безо всяких авралов и недоразумений. Но дом правительства стал для руководителей стройки истинной казнью египетской. До того, как строительство утвердили, по выражению комиссии «на болоте», место стройки переносилось трижды. Трижды архитектурный проект менялся полностью, а мелкие изменения вносились до последнего момента.
самые же большие чудеса творились со сметой. Первоначально она составляла 14 миллионов рублей. Но, несмотря на то, что стройка находилась в ведении лично великого и ужасного начальника ОГПУ Генриха Ягоды, в итоге затраты составили 28 миллионов, то есть украли ровно половину. С тех пор внешний вид дома служит памятником вороватости высокопоставленных строителей коммунизма. Цвет дома вообще не планировался таким угрюмо-серым. Иофан, конечно, его задумал покрыть гранитной крошкой, вот это розовато-коричневатым, теплым, хорошим цветом. Иофан все-таки был хороший архитектор. Но не хватило денег, тем более, что большое количество денег было украдено, и даже было по этому поводу заведено дело. Ну, это дело обычное на стройках — украсть деньги. И поэтому покрасили уже тем, что было подешевле. Зодчеству с его тысячелетними традициями не пошел на пользу марксистский подход. Календарный план возведения Дома правительства предусматривал сдачу первых 5 корпусов к концу 29-го года. Но как ни надрывались рабочие, 29-й год прошел, а стройка все еще буксовала на начальной стадии. Комитет по строительству выпустил постановление, что он считает абсолютно необходимым как по политическим, так и экономическим соображениям окончить дом к 1 ноября 1930 года. Рабочие еще немножко напряглись, и в 1931-м с задержкой на 2 года сдали первые 2 корпуса. С этого момента чиновничья Москва вступила в незримый, но тяжкий и кровавый бой, не прекращавшийся с тех пор 20 лет. Бой за ордер на вселение в дом ЦИК и СНК СССР. Все стремились в дом, понимаете? Ведь это же было такое какое-то безумие, которое вообще характерно для любого времени. За что же боролись претенденты на квартиру в доме правительства? Какая награда ожидала выживших в битве за ордер? Понять это можно только если знать, в каких условиях тогда жили люди. По официальной статистике, к 30-му году на каждого жителя Москвы приходилось по 4,5 квадратных метра жилья. Но даже эти цифры дают слишком радужную картину по сравнению с той, которую описывают очевидцы. С 1917 года население города увеличилось в разы, а количество жилья осталось прежним. Год от года квартирный вопрос становился все острее. Тогда Москва жила в подвалах. Коммуналка – это была норма. В комнате жило по 5, по 6 человек. Это ужасная была, так сказать, скученность, ужасные условия. В Москве было очень плохо. Газа не было, были примуса, керосинки, ванной не было. Один раз в неделю давалась кухня, 4 семьи было, и одна из семей в тазах мылась на кухне. На керосинках, на примусах ставили чайники, тазы с водой и мылись. Ко всем неудобствам ветхого жилья добавлялись постоянные склоки между соседями. В коммуналках были стиснуты семьи, принадлежащие к самым разным культурам и социальным слоям. В квартире достаточно было одного скандалиста, чтобы ситуация стала взрывоопасной. А в условиях всеобщего напряжения, страха и агрессии, нагнетаемой повсюду подозрительности, в скандалистах недостатка не было. На этом фоне, привычном для всех, но от этого не менее мучительном, вполне приличные даже по сегодняшним меркам условия жизни дома правительства выглядели сказкой. Там был газ в кухне, там был холодильник. Не отдельно стоял холодильник, а под подоконником вот такой был ящик, и там была холодильная установка. Была ванная. В общем, цивилизованная совершенно квартира. Ольга Александровна Аросева до 8 лет жила во Франции, Швеции и Чехословакии. Затем, когда ее отца дипломаты перевели в Москву, в доме на набережной. После того, как отца арестовали, и они с матерью оказались в обычной коммуналке, ей было с чем ее сравнивать. Но в России к тому времени выросло целое поколение, которое о комфортных условиях жизни даже не подозревало. И та роскошь, которой привыкли жильцы дома номер 12 по улице Всехсвятской, переименованной в 1933 году в улицу Серафимовича, была для них за пределами воображения. Там, ну, средняя квартира была 80-100 метров, а, скажем, квартира Тухачевского, это было 150 или 170 метров. Это были анфилады комнат, огромные квартиры.
Дом был полностью закончен в 1933 году. Строители сдали приемной комиссии хозяйственные помещения, отделали тротуары и прилегающий участок набережной. И только тогда окончательно стало ясно, какой прекрасный оазис благополучия вырос посреди изнемогающей от коммунальных склок коммунистической Москвы. Дом был очень удобный. Вот где театр эстрады, это был клуб Совета народных комиссаров. Прачечная, химчистка, кинотеатр «Ударник», филиал Кремлевской больницы. На первом этаже у нас располагался. Была здесь и своя парикмахерская. Разумеется, тоже элитная. Поэтесса Лариса Миллер писала о ней. Возле кинотеатра «Ударник» находилась наша придворная парикмахерская. Парикмахеры походили на лордов. Сдержанные, корректные, целовали дамам ручки. Огромные зеркала, широкие окна, где на подоконниках почему-то стояли потрескавшиеся от времени мраморные бюсты не то древнеримских богинь, не то матрон. Не парикмахерская, а дворцовая зала. Первый островок того изобилия, о котором так долго говорили большевики, наконец-то появился в разрушенной Москве. Все то, чего не было за воротами этого жилого комплекса, было внутри него. Было все. Детский сад, ясли, гастроном, универмаг. Сначала клуб, потом детский театр, потом театр под руководством режиссера Каверина. Сберкасса. Ну, было все, что необходимо для жизни. И большая, прекрасная столовая. В те времена был популярен лозунг «Долой кухонное рабство». Семейный быт объявили мещанством и помехой на пути к светлому будущему. Женщина должна была работать не на кухне, а на социалистическом производстве. Приготовление еды тоже планировалось поставить на промышленные рельсы. Для этого предназначались специальные фабрики кухни и общественные столовые. С учетом этих соображений и разрабатывалась планировка квартир в Доме правительства. Кухни в этих роскошных по тем временам жилищах были скромными. Они были очень маленькие, они были примерно 5 метров. На кухне можно было только подогреть чайник и жарить яичницу. Кухни имели одну странность. В них под потолком были пробиты отдушины. Сначала никто не мог понять, для чего нужны эти отверстия. Затем выяснилось, что они были сделаны по просьбе старых большевиков, каторжан и ссыльнопоселенцев, которыми заселялся дом наряду с высокопоставленными чиновниками и известными деятелями культуры. Ветераны партии, имевшие в ссылках обширный досуг, привыкли к долгим чаепитиям у дымящих самоваров. И дымоотводы были пробиты специально для того, чтобы и на новом месте они могли не менять своих привычек. А вот приготовление пищи на этих кухнях не предусматривалось. Люди могли брать питание кормушкой воды и питаться совершенно не готовя. Целую, так сказать, теорию развивали. Это такой почин был, что женщина раскрепощается, так сказать, не стоит жарить тебе картошку, а приносит с фабрики кухни, и ты хаваешь это все радостно. Столовая работала на отпуск. Кухня работала на отпуск, обедов в сутках. И это считалось кремлевским пайком для тех, кто здесь жил. В обстоятельствах того времени наличие такой столовой было не просто способом оптимизировать кулинарную сферу быта. Это была редкостная привилегия – получить в дополнение к служебному распределителю еще один дополнительный спецраспределитель по месту жительства. В 30-е годы в Москве был просто голод. Но люди, живущие в доме на набережной, могли есть в столовой очень неплохо, а могли взять так называемым сухим пайком. Но это был такой пакет, которого хватало на всю семью. И столовая – это было огромное благо. И все же дополнительный паёк, в который входили не только повседневные продукты, но даже конфеты, торты и пирожные, не был для обитателей дома насущной необходимостью. Уж кто-кто, а семьи членов правительства и без домовой столовой не голодали. Ценность его была другого рода.
Он был элементом роскоши, осязаемым символом жизненного успеха, заключительным штрихом в картине благополучия жильцов дома ЦИК и СНК СССР. Это был знак высочайшего престижа – поселиться в доме на набережной, существовать в элитном пространстве. Выше этого пространства, чем дом на набережной, не было ничего. Впечатление, которое на москвичей производил дом правительства, Юрий Владимирович Трифонов описал так. Серая громада висла над переулочком, по утрам застило солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. Это взгляд трифоновского персонажа, ребенка, живущего в одном из окрестных домишек. А детям из дома на набережной их дом казался уютным и спокойным. Но детство всегда счастье. И он был чудесным местом. Дворы были очень обихоженные. Огромные деньги тратились на высадку растений. В одном из дворов был фонтан. И дворы принадлежали детям. И они играли там в казаки-разбойники, устраивали какие-то танцы, выносили патефон. И здесь продавалось чудное мороженое. Чудные, дешевые, между прочим. Дешевле, чем в городе мороженое. И били фонтаны. Вот это я хорошо помню. Я очень хорошо помню фонтаны и это мороженое. И помню еще, что въезжали машины ЗИС-101, Покарды, вот бока у них так отмытые блестели на солнце. Рядовые граждане страны Советов, твердо знавшие, что они раз и навсегда свергли правящую верхушку угнетателей, что у нас все равны, а господа все в Париже, понимали, что монументальное великолепие дома на набережной принадлежит таким же, как и они, простым советским товарищам. Глядя на этот дом, каждый мог воочию убедиться в собственных блестящих перспективах. Мимо дома проезжали теплоходы по Москве-реке. И экскурсовод показывал, вот видите, какой замечательный дом сделал архитектор Борис Иофан для советского народа. Скоро все вы будете жить в таких красивых домах. Действительно, планировалось, что страна придет к великому невероятному счастью. И правда, жилищные условия подтянутся под условия тогдашней социалистической элиты. Что касается жителей дома правительства, то они, скорее всего, смотрели на дело трезво, по-марксистски. Если атрибуты престижа станут доступны всем, никакого престижа в них уже не останется. К тому же, если всех расселить в изолированные квартиры, то люди быстро к этому привыкнут и начнут требовать большего. Каждому захочется иметь чуть ли не персональный автомобиль. А между тем, трудящиеся должны сами ограничивать свои потребности. Ведь при коммунизме потребление членами общества жизненных благ не ограничивается государством. А пока граждане не научились оставаться в своих коммуналках добровольно, они оставались несознательными, и их нужно было аскетизму учить. Самое интересное, что жильцы дома на набережной могли бы, ничуть не кривя душой, сказать, что у них самих совершенно нет никакой собственности. Это вообще были служебные квартиры, и все здесь было. Шкаф, стол, стулья, диваны, кровати, все. Ну, на всех было бирки. Они не только не владели квартирой, они не владели даже мебелью. Мебель в этом доме была частью проекта. Она была тяжелая, дубовая, какой ее и задумал Борис Михайлович Иофан. Остался абажур на кухне. И самое главное, громадный шкаф, дубовый, прекрасный шкаф на кухне стоит. Вот там сидели, видели, с огромным количеством отделений. Он был сделан просто блестяще. Там и столярный клей, и винты, все делал этот шкаф монолитным. Все квартиры были обставлены одинаково. Раз в год их обходили с инвентаризацией комендант дома и его помощники. Проверяли каждую табуретку, на месте ли казенное имущество. Они, надо сказать, очень высоко ценили эту мебель. Там была проблема у Марии Анисимовны Сванидзе. Это жена брата первой жены Сталина. Она была женщина буржуазная, ей эта мебель жутко не понравилась. Она ее вышвырнула, купила там какое-то красное дерево или карельской березы. И она имела большие проблемы.
Кроме казенной мебели с бирочками, был и еще один двусмысленный момент. В каждом подъезде у входа сидел вахтер, о котором все жильцы знали, что он сотрудник НКВД. Как и полагается вахтеру, он спрашивал, кому идет посетитель. И если на гостя не было заявки, звонил в квартиру и осведомлялся, хотят ли жильцы означенной квартиры видеть такого-то человека. Вахтеры полностью контролировали частные контакты жильцов дома. По тем временам это было необычное явление, и только дети могли не задумываться об истинной роли сидящих на входе дядечек. У нас чекиста не было никакого, но у нас вахтер был. Вахтеры были. Может, они были чекистами, я не знаю. У коменданта были дубликаты ключей от всех квартир в доме. Это было очень удобно. Если, например, ребенок потеряет ключи, то ему всегда могли отпереть квартиру, чтобы он не стоял в подъезде, дожидаясь родителей. Но впоследствии, когда жильцов одного за другим стали арестовывать, нужную сотрудникам НКВД дверь тихо отпирал своими ключами все тот же комендант. В доме были предусмотрены меры на все случаи жизни. Это была образцовая казарма. У нее и облик казармы. Сталин, у которого был, в общем, чудовищный вкус, несмотря на то, что он человек был очень начитанный, он хорошо знал литературу, но мы также знаем его вкусы изобразительному искусству. Это вырезки из журнала «Огонек», которыми он обклеивал стены своей спальни, увешивал. Вот. Поэтому ему проект понравился. Несмотря на казарменные строгости быта и на то, что в доме жили образцовые коммунисты, нештатные ситуации возникали и здесь. Нелепой трагедией стали одновременные смерти сына наркома авиапромышленности Алексея Шахурина и дочери дипломата Константина Уманского. Сын Шахурина и сын и дочка Уманского, они, значит, ну, 14-15 лет были влюблены друг в друга. И он настолько любил ее, что когда он узнал, что она, значит, должна уехать вместе с отцом в Америку, он ее застрелил. В этом деле оказались замешаны дети многих высокопоставленных чиновников. Сначала выяснилось, что пистолет, из которого Владимир Шахурин застрелил Нину Уманскую, а затем себя, принадлежал их другу Вано Микояну, сыну Анастаса Ивановича Микояна. Ну, время было сложное, поэтому старшим ребятам давали маленькие пистолеты, так сказать, для как бы обороны в случае чего. Шахурин вдруг попросил у Вани пистолет. Шахурин жил в доме на набережной, дом правительства, как называл. И вот, значит, они вместе, Ваня, вот эта девочка Нина и Шахурин Володя, они поднимались по лестнице, Нина шла впереди, за ней Шахурин, а потом Ваня. И вдруг на глазах у Вани он выхватил пистолет и ее застрелил. Затем стали вскрываться очень странные факты. Молодые люди якобы составляли заговор против советского правительства. Было следствие, которое по тем временам могло кончиться самым ужасным. Но потом было все-таки решено, что арестованные дети высокопоставленных родителей просто играли в подростковую игру. И дело обошлось всего лишь высылкой юных заговорщиков в Душанбе. Были ребята, которые, так сказать, играли как бы в правительство. Вот у нас правительство, вот этот премьер, там, это, или там нарком такого-то, этот такого-то. И, в общем, нашли дневник Шахурина, по-моему, или еще кого-то, где он там этот все расписал. Ну, обыск произвели после всего этого. Решили, что это вот шайка, значит, как будто свергнет правительство, представляете? Подростки проявили редкостную легкомысленность. К тому времени в доме правительства было хорошо известно, как Иосиф Виссарионович Сталин расправляется с заговорщиками, пусть даже и мнимыми. На первых порах репрессий дом начал превращаться в обычную коммуналку. Членов семей арестованных уплотняли по общегражданской норме, то есть оставляли им одну комнату на всю семью. Затем эта политика была пересмотрена. Их стали переселять в комнату обычного дома на окраине города. Вскоре и такие меры показались недавним соратникам осужденных непозволительно либеральными. И с тех пор вражеские семьи выселялись из дома на набережной без права получения жилья. Это был очень такой неслабый умысел, понимаете? Если человек переставал устраивать власть, он лишался работы. А следующим этапом был, он лишался жилья. И первые аресты, это...
переезжали с узелками. А уже начиная с 1939 года даже не давали ничего, а выгоняли на улицу. Те, кого просто выгнали, могли считать себя везунчиками. Чаще метод расправы с семьей врага народа был еще более жестоким. Когда арестовывали главу семейства, от его жены требовали от него отречься, как от врага народа. В противном случае она сама автоматически становилась преступницей. Потому что была введена статья, что если она не отрекается, то она попадает под уголовную статью за недоносительство. Но вы знаете, независимо от того, подписывала женщина или не подписывала, ее почти всегда арестовывали. Многие жильцы дома на набережной по роду своей деятельности хорошо знали механизм работы карательных органов. Они же сами и совершенствовали эти методы до тех пор, пока коллеги, в том числе и те, кто раньше по-дружески бывал у них в гостях, однажды ночью не наносили им визит уже официальный. Ужас их в тот момент бывал так велик, что они часто подписывали любые показания. А их жены – бумагу об отречении, даже зная, что это уже ничему не поможет. Только во время первой волны репрессий было уничтожено 30% жильцов дома. И впоследствии эта цифра только увеличивалась. Я думаю, 60. Ну, давайте даже по подъезду. Тухачевский здесь жил, да? Плюс его командиры, которые там всякие комкоры, комбриги и прочие, их под метелку смели целый подъезд. Да нет, процентов 60. Были времена, когда квартиры в целых подъездах стояли опечатанные, потому что из них увели хозяев, их арестовали. Когда я много лет спустя пришла взять справку о том, что я проживала в этом доме, в дом управления прошлись так, говорят, какой пятый подъезд? Они так прошлись, все были арестованы, весь подъезд. Судьба детей из таких семей была печальной. Когда из семьи забирали всех взрослых, у детей оставался единственный шанс не пропасть. Если находился кто-нибудь посторонний, кто не испугался бы взять их под опеку. И как ни странно, нередко случалось, что новыми родителями этим детям становился кто-нибудь из обслуживающего персонала. Домработницы, уборщицы, истопницы, которым было просто по-человечески жаль ни в чем не повинных малышей. Отдельный разговор, это совершенно о величии, потрясающем величии простых русских баб, которые брали этих детей, растили их, работали на них, а у кого не было того, вот попечителей, опекунов, того забирали, тащили, значит, вели в Донской монастырь, который тогда был ужасен, совершенно это какие-то руины. И там был спецзедприемник, там их стригли, надевали на них синие сатиновые халаты, и довольно скоро их развозили по самым глухим местам нашей необъятной родины. То, что дом на набережной – гиблое место, в какой-то момент поняли все. И все-таки люди рвались сюда. Писали доносы на жильцов дома, чтобы занять их место, и действительно занимали его. Сначала в квартире, а затем в тюремной камере. Потому что они сами, вселяясь в этот дом, моментально становились жертвами доносов и интриг. Люди готовы были отдать полжизни за ордер в этом престижном доме. И у многих так и получилось. Вселение в дом на набережной обрывало их жизни на середине. Но каждый надеялся, что именно на нем этот механизм вдруг перестанет работать. Потому что уж он-то перед партией чист, как девичья слеза. Ни один из них даже думать не мог, что сегодня ночью за ним придут. Чтобы был в полной уверенности, что вот сосед его враг народа и троцкист, а он ни в коем случае. Потом посадили их. И так несколько волн было. Пока где-то после войны это немножко, чуть-чуть успокоилось. Казалось, этот заколдованный дом манит людей тем сильнее, чем страшнее становилась слава о нем. Кто-то не в силах ждать ночного стука в дверь, выбрасывался в окно. Кто-то стрелялся. Но из раскрытых окон по соседству по-прежнему доносились смех, патефонная музыка и бодрые радиоголоса. А на завтра в квартире того, кого вчера увели на расстрел, весело праздновал новоселье следующий жилец. Когда Кольцов получил такое предписание, он об этом рассказал своим знакомым. Знакомые поздравляли его, но поздравляли как-то без особенной радости.
И только Корней Чуковский сказал то, что думали все. «Ужас», – сказал он. «Какой ужас? Вселяться туда нельзя ни в коем случае. И ведь не вселиться тоже нельзя». Для журналиста Михаила Кольцова ДОПР, Дом правительства, оказался домом предварительного заключения. Точно так же, как и для сотен других его жильцов. Кольцов, конечно же, вселился. И спустя некоторое время зашел по-соседски к другому обитателю этого дома, военачальнику Подвойскому. А вскоре туда заглянул и писатель Антонов Овсеенко. И сказал: «Вот так вот мы собрались тут втроем и уже попадаем под подозрение». И он был прав. В 1938 году Кольцов был арестован. После пыток назвал имена 70 других, таких же, как и он, шпионов, и был расстрелян в 40-м году. Все знали, какое именно будущее с большой вероятностью ждет их в случае вселения. И никто не смог противиться очарованию просторных комнат, бесплатных обедов, фонтана во дворе и бешеной зависти окружающих от того, что он вселился в дом Совета народных комиссаров. Странная история. Вы знаете, не отказался никто. Пожалуй, нет, кажется, один случай я слышал, но речь идет об очень скромном человеке, каком-то скромном чиновнике, очень умном человеке, который понимал, что чем дальше держаться, тем больше шансов голову беречь. Но вообще все как на ножи убежали на этот шанс жить в этом доме. В этом доме жили многие выдающиеся деятели своего времени. Его иногда называют колумбарием, так много на нем мемориальных табличек. Но осью, вокруг которой крутилась вся здешняя жизнь, была вот эта квартира, которую теперь занимает Эдуард Анатольевич Хруцкий. Когда-то здесь жил замечательный летчик, шумный, бесшабашный гуляка, любитель хорошенько заложить за воротник, сын вождя и учителя Василий Иосифович Сталин. В этой квартире, например, Каплер, который был потом моим учителем, познакомился со Светланой Сталиной. Это он на свою, так сказать, беду. Познакомился, потому что уехал далеко-далеко. Ну, здесь бывали Симонов, Серовы, многие футболисты бывали в этом у Василия Сталина. Надо сказать, что он был очень широкий и добрый человек. Когда-то соседом Василия Сталина был народный академик, член редколлегии журнала «Молодой коммунист» Иван Федорович Петров. Однажды Иван Федорович написал гневное письмо Александру Николаевичу Поскребышеву. Мол, сын Иосифа Виссарионовича позорит имя отца, не ведет трезвого образа жизни, имеет связи с подозрительными особами. Круглосуточно слушает в своей квартире враждебную музыку джаз в живом исполнении оркестра ВВС, чем мешает ему, Ивану Федоровичу Петрову, работать и отдыхать. А стены-то, что любопытно в этом доме, что стены здесь... Совершенно не капитальные были. Если вы хотите узнать, что творится в соседней квартире, приложите ухо к стене, и вы все услышите. Сталин не стал беспокоить Поскребышева, а пошел к Власику. Власик взял своих молодцов, они перетащили Петрова в соседний подъезд, в пятикомнатную квартиру. Расставили. А сюда въехал управ делами ЦК ВКПБ. И что интересно... Он здесь сделал первую в Москве изоляцию звуковую. Нельзя не отдать должного Ивану Федоровичу Петрову. Он был человеком не только въедливым, но и принципиальным, и абсолютно бесстрашным. И пусть и неожиданным путем, но он своего добился. Впрочем, именно за то, что он всю жизнь проявлял качество несгибаемого борца за коммунистические идеалы, ему, не имевшему особого образования, и дали звание академика. А следующий жилец этой квартиры, даром что управляющий делами ЦК ВКПБ, проявил другие полезные свойства характера – гибкость и изобретательность. Комендант еще был, Женя, такой чудный парень, хранитель тайн этого дома. Он мне говорил: не въезжай в эту квартиру, это плохая квартира. А здесь вы видели, какой здесь изумительный вид у меня с этой стороны. Мы сюда все равно въехали. И он меня повел в ту квартиру, которую еще ремонтировали. И там нарисованы венецианские какие-то сюжеты на стене прямо. Это не стена, это пробка. Вот такой слой пробки. Он до сих пор цел. И потом я не слышу, что там делают соседи, а соседи не знают, что делаю я.
После войны при Сталине репрессии продолжались, но здешних жителей они касались все меньше и меньше. Высшее руководство страны поселилось на улице Грановского, и острие сталинского удара нацелилось именно по тому адресу. С тех пор дом тихонько дрейфует по течению вместе со всей страной, и в нем незаметно совершаются такие чудеса, которых невозможно было представить себе раньше. Например, пьянство, с которым строжайшие безуспешно боролись всесильные генсеки, внезапно исчезло само собой. И здесь давно нельзя увидеть, например, пьяного сантехника. У нас этого не бывает. Приходит нормально. Один Шамиль, другой Андрей. Мы друг друга знаем. Если мне нужно более срочно, я захожу и прошу непосредственно исполнителя, чтобы он пришел. Нет, никаких пьяных. Я-то сам с 18 лет не пью ничего, поэтому очень внимательно к таким вещам отношусь. Служащие дома от строгого следования инструкциям переходят к более простым и естественным служебным взаимоотношениям с жильцами. Больше нет ни авралов, ни трудовых подвигов. И от этого и дело выигрывает, и все чувствуют себя более комфортно. Сантехники и электрики приходили, проверяли где-то лет 10 тому назад. Теперь порядок такой. Подаешь заявку и ждешь, когда придут. Со столяром у нас полное единодушие. И приходишь, его просишь, и он сразу выполняет все, что нужно. Вот видите, дом стоит до сих пор, он как корабль у нас, который переплыл культ личности в инвентаризм, застой, колбасную революцию. Похоже, что знаменитый, таинственный, зловещий, страшный дом на набережной становится просто одним из множества комфортных кондоминиумов, отличаясь только тем, что он считается памятником истории и в этом качестве охраняется государством. Ну и еще, пожалуй, тем, что и хроника его жизни и сегодня нет-нет, да и напоминает сводки с арены боевых действий. Здесь гранаты бросали в квартиру. Открыли дверь, бросили фосфорную гранату. И сгорела вся семья. В соседнем подъезде приехал мужик, который взял две соединенные квартиры, 8 комнат. Обставил их, сделал все как надо. Хороший мужик. Его застрелили прямо у театра эстрады. На его место въехал другой очень поганый мужичишка, приблотненный, весь в армавире. Его застрелили тоже через 3 дня, и квартира стоит пустая. Однако местных старожилов уже трудно чем-то удивить. После того, как на глазах у окаменевших жителей дома вдова-командарма Корка бежала по освещенному электрическим светом двору в ночной рубашке вслед за мужем, которого уводили бойцы НКВД, с отчаянным криком «Я никогда не поверю, что ты враг», а вскоре и сама была арестована и расстреляна. После того, как академик Цицын был вынужден зайти в опечатанную квартиру соседа-наркома, в которой плакал от голода грудной ребенок, простые криминальные междусобойчики современных дельцов здешних стариков шокировать просто не могут.